проводим эксперимент. Вот, зажгли шоколадку. Зажигалочка. Шоколадка называется какая-то, не знаю, вот какой-то такой шоколад. И очень чудесно, замечательно горит, не капает. Ну и не коптит особо-то, не воняет. В то же время лучше свечки горит, можно использовать. Наверное, даже будет более экономично и выгодно. Надолго хватит. Прикольно. Это реально кусочек шоколада лежит на шоколадке и горит. Это не какая-то там не имитация, вот она немножко тут